как считают итоги голосования по поправкам в Конституцию. Первое. Все бюллетени, которые были сданы на этапе предварительного голосования до 1 июля, хранятся в опечатанных ящиках или сейф-пакетах. Второе. Первое, что сделает комиссия 1 июля, достанет из хранилища сейф-пакеты с бюллетенями, полученными на этапе предварительного голосования, и разместит их на виду у наблюдателей. Третье. Разумеется, все это в присутствии наблюдателей и СМИ. Четвертое. После этого участок откроется для избирателей и будет принимать граждан до 20:00 местного времени. Пятое. В 20:00 участок голосования закроется и начнется подсчет голосов. Шестое. Подсчет ведется в присутствии наблюдателей и СМИ. Седьмое. Число бюллетеней в урне для голосования не может быть больше числа бюллетеней, выданных на руки избирателям. Восьмое. Это стопроцентная защита от вброса голосов в ту или иную сторону. Девятое. Подсчитываются голоса «за» и «против». Десятое. Все данные заносятся в протокол, который подписывают члены комиссии.